работал на Венера. Венера, 17 августа 2020 года, Харьков. 4:30 где-то по Киеву, утро. Смотрел я зника, как по диагонали четко поймал. Экран проходит 110 миллионов километров до Венера. Да, самые низкие настройки светочувствительности более-менее показывают фазу Венеры. Конечно, она, опять же, в комментариях постоянно, она не закрыта каким-то объектом, это просто она освещена с одной стороны Солнцем Венера. Ровно как и Луна сейчас освещена с одной стороны и совсем чуть-чуть. Конечно, на улице уже объективно гораздо, в реальности гораздо больше освещенности. Но вот, чтобы контрастность была меньше Венеры, чтобы фазу было видно, приходится такие пониженные настройки светочувствительности делать. Лунный смайлик, по-другому и не назовешь. Вот это все, что мы сейчас видим от Луны. И, конечно, тоже это никакие не затмение Луны, а просто Луна таким образом освещена Солнцем. Поехали, 17 августа 2020 года, Харьков. Еще раз на Венеру. Слетаем.